Всем привет, и это 15-й выпуск. Сегодня я сделаю пару лайфхаков для вейперов. И первый лайфхак — это у нас, что же попарить, если закончилась жижка, отпарить капец как хочется. Если у вас поблизости есть аптека, то это глицерин. Конечно, у него нет никакого вкуса, но есть небольшой привкус. Привкус сладости, что ли, я не знаю даже, как сказать. В общем, давайте попарим его. Собственно, берем любую пипеточку. Я взял от обычной стеклянной баночки. И закапываем. Конечно, это не тот чистый глицерин, который у нас идет для жижек. Он чуть-чуть менее чистый. Но все равно его можно парить, ничего не будет. Он же продается в аптеке, правильно? Все нормально. Привкус такой же, как и глицерин, который идет для самозамесов. Лайфхак номер два. Для тех, кто так и не научился делать кольца, это очень круто. Я узнал о нем года 3 назад, когда только курил кальян. Это просто горлышко от бутылки. Берете любую бутылку, ну, кроме так 20-литровую, потому что ее хрен засунешь в рот. Вот. Обрезаете ее ближе к основанию. И, собственно, все. Смотрим, как это делается. И уже после того, как вы научились правильно говорить букву О гортанью, как я уже говорил в своем предыдущем выпуске, тогда можете уже убирать это горлышко от бутылки и пытаться делать сами. Лайфхак номер 4. Он направлен на ваших курильщиков друзей. Если у вас такие есть, если есть, то бросайте их и говорите, что вы больше не друзья. Шутка. Ага! Если у них вдруг закончилась зажигалка, либо вы сами курите сигареты, но у вас есть с собой вейп и дрипочка, то этот лайфхак для вас. Просто берем, жгем ее, высушиваем до конца, до тех пор, пока она не зажжется. Ждем, ждем. Ну вот, в принципе, она уже покраснела. Как только она покраснела, просто касаемся вашей спирали. И она будет зажигаться. И подкуриваемся. Все. И последний лайфхак на сегодня, это если у вас уже совсем грязные спирали, совсем грязная ватка, и нужно же чем-то заменить, а хлопка нет. Ватный диск, как я уже показывал в своих видео. Погнали. Вот и были 4 лайфхака, которые упростят жизнь вейпера, либо курильщика, как был третий лайфхак. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в мою группу ВКонтакте. Всем пока!